самая, наверное, ценная медаль по качеству – это чемпион Европы. Нужно было чем-то, ну, чем-то удивлять, что-то делать такое абсолютно неординарное. И ярче примера, чем Паганини, который заканчивал концерт на одной струне, ярче образа мы в то время не нашли. Даже часы расстегнулись от страсти. Работать в этом шоу – это интересно, несомненно, абсолютно. Это бывает и забавно, и трогательно. Ты девушка. Я ты девушка. Вот, ты едешь вот я назад. Хочусь. Вот, а я ты, да? Ну. Вот, я вот сюда вот ухожу, вот сюда вот беру, угу. И вот сюда вот бросаю. Понимаешь? Ребята настолько все заряженные на то, чтобы сделать в десятки раз больше, чем они способны, реально способны. Вот здесь вот все, кто работает, хотят стать олимпийскими чемпионами шоу «Звездный лед». Это, в принципе, как вот этот вот молот. Молот, молот. И запускаешь его. Вот она у тебя, этот молот. Только не отпускай. Самый большой титул – это, конечно, олимпийский чемпион, чего я не достиг. Но я, кстати, не очень переживаю, потому что я хотел показать зрителям не только прыжки, не только вращения, не только какие-то технические элементы, но и показать душу фигурного катания, будучи артистом на льду. Театр ледовых миниатюр, который образовался после окончания моей карьеры и который уже 23 года как существует под моим художественным руководством, это мостик из фигурного катания, перекинутый в профессиональное искусство. У меня так получилось. Я счастлив. На льду театр ледовых миниатюр Игоря Бобрина. Паганини. Что, Игорь, я хочу тебе пожелать в нашем возрасте? В нашем возрасте хочется пожелать первое. Это банально, но здоровье. Вот. И второе, чтобы мы с тобой нашли время, поехали в Идропужск на рыбалку. Вот. Все. Наташ, кто у вас в семье главный? Откройте нам секрет. Я. Вот скромность украшает фигуриста. Встаю с утра, и где-то пока он не проснется, я главная. Я хочу тебя поблагодарить за то,
что мы с Андреем до сих пор на льду. Потому что если бы не было тех интересных номеров, которые ты нам делаешь после нашего ухода из спорта, мы бы ни на секунду не задержались на этой гладкой и очень обманчивой поверхности. Спасибо. Это были Андрей Букин и Наталья Бестемьянова.